снова, мои хорошие, всем огромное пламя, итальянский чао из юга Италии. Да, мы уже приехали, час назад мы приехали, и наконец нас пустили в наши номера. Это просто кайф, лежать после бассейна, загорать на солнышке, пощипать волнистых попугайчиков. Релакс, шик, блеск, красота. А Никита мой в тиандрах не вылазит из воды, дорвался до бассейна. Это антивенга, ну куая, конкульман, веду. Так, у нас 5 вечера, мы приехали в церкви, Никиту оставили в номере. Мне надо было срочно отрубиться, поспать немножко, мы после бассейна отрубились. Хорошо, что не пошли играть в этот самый бильярд. Короче, поспала, я немного проснулась, смотрю, Никита отрубленный. Короче, нас муж привез к церкви свекра меня и сам пошел машину назад к отелю отвозить. Сейчас, короче, мы пойдем отведем к церкви на святую мессу. Ну, у них тут, в принципе, все мессы святые в это время вечерние. Кстати, в прямом эфире показывают по одному итальянскому каналу именно мессы именно с этой церкви. Вот это главная церковь, она новая церковь. Там есть позади, но может быть мы туда пойдем прогуляемся, так покажу другую церковь, старую, старинную. Это новейшая церковь, вот отсюда ведутся прямые репортажи со святой мессы. Вот там вход, сейчас мы туда пойдем. Это вот та полиамбулатория, что я вам показывала, что видно с нашего отеля. Так, вот здесь вот главный вход. Туда, кстати, сейчас приехало столько народу, заходило, я не показывала. И здесь вот, если вам слышно, цикады где-то встречают. Замолкли пока. Так. Вот там ведутся мессы главные. Сейчас мы оставим свекру. И пойдем прогуляемся. Noi andiamo in paese un attimo e poi torniamo indietro, capito? Слышите, сколько много? Это все цикады трещат, потому что здесь жара, сухость. Мы сейчас пойдем на разведку с мужем. Вот такие места святые тут. Вот такая площадная площадь. Здесь, кстати, на улице ведутся мессы святые. Когда много народу, когда большие праздники, здесь собираются много народу. Я не знаю, ставят стулья или стоя. Я не помню, как. Но какое небо у нас. Здесь, смотрите, колокола, крест. И там эти птицы. То ли орлы? Да, это орлы, скорее всего. Я уже столько раз сфотографировал, что уже не фотографируюсь. Если что-то интересное вижу, вот возле отеля надо будет пофотографироваться, там красиво. Журчат ручьи, журчат ручьи. Красота. Ага. Смотрите, а, вода какая зеленая, Киаква Верди. Это мы сейчас пойдем вдоль вот этого вот каскада. Видите, тут оливковые деревья. Мы сейчас идем наверх, откуда стекает эта вся вода. Она зеленая, елки-палки. Но все равно классно. Возле воды всегда хорошо. Как мне нравится шум воды. Но недаром я рыбы по гороскопу. Пошли наверх. Смотрите, как классно вниз спускается. Все это. Представляете, если тут гололед, как тут опасненько. Вот тут аптека у них. Мы сейчас пойдем посмотрим, где какие рестораны. Чтобы поужинать не в нашем отеле, потому что там дороговато, конечно, вкусно, но дороговато. Мы сегодня обед, конечно, покушали хорошо, шикарно, вот, но дороговато. Вот это, кстати, самая первая церковь, старая. Ну и то она не старая, была старенькая тут вообще. Если я найду где-то фотографии старой кьезы, покажу. Вот, но это первая кьеза. А вот та новая, мы сейчас уже не видно, там, где ведутся святые мессы большие, там новая кьеза. Так, мы сейчас пойдем по ресторанам, посмотрим, где и что, почем и почему и зачем. Так, чтобы мы с мужем не зря гуляли, разведывали, мы решили по мороженому ударить. Вот эти какие-то вкусные тортики. А я думаю, это с миндалем, это с творогом,
Это с кокосом и шоколадом. С шоколадом, с абрикосом, с вишней. О, грация. Это мое. Сейчас пойдем наверх, там такой вид. Это яблочный. Это красавка. Это лимонный торт. А делануна, торт делануна мне нужно. Все, показать. Ладно. Сейчас пойдем наверх кушать. Туда. Сидим тут и мороженое лопаем. Кстати, ужинать мы здесь не будем, хоть здесь красиво, но дороговато. А вот мороженое тут очень даже дешевое, дешевле, чем на Варе. И смотрите, какие тут виды на всю Пулю. Море сейчас пока не видно, потому что жарко сильно. Вот там, вдалеке, там море. Вечером тут, наверное, красиво, столько огней. Сейчас полопаем мороженое. На. Поели мороженое, идем снова на охоту искать, где будем ужинать сегодня. Так, мы сейчас пройдем мимо этого базарчика, где продают все-все-все, атрибуты, там сувениры, все с этого места. Но я что вам хочу сказать, что во всех отелях, во всех магазинах, во всех ресторанах есть и продают именно вот эти сувениры и все, что принадлежит к этому месту святому. И вот это самая главная лечебница, Дом спасения, вот, основана именно Патри Пио. Чуть попозже расскажу, сейчас мы узнаем насчет ресторана, пиццы, пиццерия. Это действительно вау, вот такой вот, так как мы находимся на вершине горы, такое ощущение, как будто вот эти все облака трогают вершины. Так интересно. Он говорит, да вот вы, он пошел. А что так, говорит, мама, говорит, я его не вижу, потому что она сейчас в данный момент смотрит по телевизору прямой эфир. Я, говорит, его не вижу. Муж говорит, так подожди, говорит, сейчас эти камеры повернутся, говорит, будут поворачиваться, всех показывать, и его покажут. Короче, мы сейчас решили пойти все-таки за Никитой и приведем его сюда, как раз к окончанию мессы, и пойдем пиццу лопать на ужин. Прогуляемся. Смотрите, сколько у нас ласточек. И все летает, летает. Вроде бы как дождь не предвидится, но они так низко летают. Прямо роем. Ласточки. Смотрите, как тут деревья прицепили специально, чтобы они не гнулись, чтобы они прямые. Видите, везде вот эти вот стальные провода, чтобы они вот так вот ровно стояли. Ну, молодцы какие, придумали. Идем. Приспособление. О, сколько народу. Так, все, мы идем ужинать. Взяли Никиту, взяли свёкра, пошли в пиццерию. Сейчас в миллионный раз попробую пиво. Как оно? Саджанкоре. Если нам тебе пять раз бир, какой-то. Вот сколько раз я пробую бир, какой пиво я только не пробовала. И вкусное, и дорогое. Не нравится мне вообще пиво. Но он мне пять попробовал. Так, мы решили поужинать в таком милом ресторанчике с телевизором, потому что сзади меня его не вижу. Вот, потому что в нашем ресторане, в нашем отеле намного дороже, в два раза дороже покушать, а мы здесь, в общем,
получается, два раза дешевле покушать. Мы сейчас что нам принесут, я вам покажу обязательно. Чего давай? Так, мы взяли с мужем быстрое меню, и нам так быстро принесли. У меня здесь мясо какое-то, наверное, куриное с грибочками и ассорти овощей. У мужа салат и моцарелла ди буффало. А дедушки и Никите будут пиццы. О, Никита пиццы, как обычно, с сосисками и с колбаской вареной и маргарита. Вон от кино. Блин, забыла снять, когда целые кусочки были тортов. Мы сладкое взяли у мужа торт де ля нонна с этими спинолями, с кедровыми орешками, по-моему, да? А я взяла с рикоттой и с грушей. Мужики, дедушка с Никитой, как сговорились, оба пиццы и оба мороженые поглощают. Там десерт. Так, хлопцы сытые, нет, кони сытые, хлопцы запряженные. Мы уже поели, в гору идем, представляете, вот там такой склон. Мы оставили мужиков сзади, свекра и мужа, потому что свекра не может подниматься в такую гору. Ему тяжело ходить, поэтому они вызывают такси, сейчас ждут, когда приедет. А мы с Никитой пешком. Так хорошо поели, вообще так вкусненько. Посмотрите-ка, что значит на горе находиться. Мы сейчас на гору шли, в гору, а сейчас будем с горы идти туда. Нормально. А нам папа Франческо рукой машет, улыбается, довольный такой. У нас, кстати, видите, солнце село, и тут на горе, между прочим, прохладненько. Ну, главное, туч никаких нет. А Никита побежал. Эй, камера, что с тобой? Это что, сверчки там, что ли? Так, щебечут. Кстати, по выходным здесь мясо ведут на улице. И по большим праздникам. А я это говорила уже. Такая лестница прикольная. Интересно, куда она ведет? Туда, вниз, вниз. А, там такая аллея такая длинная. Смотрите, вот туда идет аллея какая-то. Там, наверное, красиво. Ну, Никита вряд ли захочет. Никит, хочешь пойти вниз прогуляться, посмотреть, что там? Нет. Нет, идем. Идем. Ну-ка, полотенца наши. Подсохли уже, можно убирать. Так, я жду мужа. Мужиков жду, когда их такси привезет. И мы с мужем пойдем во двор. Он меня тут пофотографирует везде, где красиво. Своим профессиональным фотоаппаратом. Видите, вот там у Падре Пио. Там позади тоже красиво. Вот потом... Вот эта беседочка, там беседочка такая миленькая, вот там такая арка тоже. Он меня пофотографирует, вот будет мне на память об этом отеле. Так что жду мужиков. Еще у нас не сильно потемнело, огней еще нет, но будет вечером красиво. Вау, прямо. А у нас тут светомузыка, смотрите, в наш отель уже включил лучи. Везде свет, видите, там беседочка тоже освещается. Мало того, что здесь меняет цвета вот эта лампа, так еще и я видела, что сам бассейн тоже иногда меняет цвет. Сейчас он голубенький. А смотрите, кто там плавает. Робот. Что ты остановился? Давай, плыви. Очищай. Остановился, что-то чистит, видать. Видите, везде лампочки включили. Даже вот там Падре Пио тоже, видите. Красная лампочка, и тут тоже лампочка. Да, так вот красиво. Вот и прошел наш сегодняшний день. Такое ощущение, как будто 3 дня прошло. Вот так тут сколько всего было за целый день. Сколько всего было. Вау, прям. Ну все, закончился этот день. И отлично мы его провели.